очередное приложение. Называется оно «Мастер очистки». Ищем его. Вот видно веник. Тоже начинается с маленькой буквы. Активируем его путем нажатия. Появляется такая функция. Используем 280 free. Нажимаю все. Вы хотите уверить, что очистили кэш и данные о вашей деятельности? Отменяем. Нажимаем на данную клавишу. Можно поставить галочки, очистить соответствующие. Пропущенные звонки, принятые, исходящие смс. Потом смотрим, видимо, следы какие-то, оставленные где-то. Поиск записей от Gmail, записи о поиске на рынке, буфера обмена. Не видно, правда, сколько сейчас занимает данные под приложение, скажем так, у нас место, а предлагается очистить. Может, там ничего нету. Активируем указанное. Идет сканирование. Не хватает кэша, нужно почистить. Очистить все. Снова сканирование поставим. Скорее всего, тоже будет не хватает кэша. Нужно почистить. Ну, мы почистили. Обновить. Все равно нужно почистить. Ну да ладно. Видимо, это такой сленг. Активируем вот этого андроида сердечком. А, мы выходим на определенное приложение. Мастер очистки. Очистить все. Вот нажму все. Вы уверены, что хотите очистить весь кэш и данные о вашей деятельности? Что-то странное. Весь кэш и данные о вашей деятельности. Не будем трогать. Посмотрим настройки. Тут отзыв. Оценочку, звездочку поставить. Настройки включаем. Автоочистка, звук, частота очистки. Каждый день. Ну, можно поставить периодичность соответствующую. Очистить журнал. Вот такое приложение, понятное, наглядное, не совсем сложное в освоении, сами видите, все понятно, где что нажимать, где что не нажимать.